Двумя градусами левее. Правее. Дал бы я птичьи его растудить. Это видео создано исключительно в юмористических и поучительных целях. Автор данного канала не пытается кого-либо оскорбить, а лишь говорит, как не надо делать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России. И первое видео на сегодня это с моего канала, загружено прямо несколько минут назад, 16 сентября, как видите. Видео, скорее всего, будет 17 или 18. Скажу сразу, это не мое видео, это видео у меня хранилось в сохраненных видеозаписях во ВКонтакте. То есть, немного расскажу предысторию об этом видео. Несколько чуваков собрались, несколько школьников собрались и решили снять первый летсплей, и у них появилась надпись о золотом ящике. Кстати, к Вите там кристальный ящик лежит на мосту, потому что это видео достаточно старое, оно пролежало в моих видеозаписях более 2 лет, то есть оно у меня сохраненное было, я поискал, и тут вдруг я на него наткнулся, я совсем уже про него забыл, и я понял, что надо на него снять школу того, потому что в свое время это таким мемом стало, вы не представляете, 2 года назад или 3 года назад, когда оно появилось, оно ходило по всем группам, по Рутанку старому, по еще каким-то, я не помню, там были Great Tanks, еще такая группа, Джеки Микс тоже была популярна в свое время. И вот это видео везде просто было. И я посмотрел, на Ютубе его нету. Я хотел именно по какому-нибудь другому каналу снять, вдруг сохранился автор этого канала. Но, к сожалению, на Ютубе я нигде не нашел. Я решил перезалить, как видите, уже вы 13 лайков мне наставили. Ну вот, мне привычно просто по Ютубу снимать. Ладно, давайте смотреть, это действительно будет жесть. Привет, уважаемые люди. Доброе утро. Голд! 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 Вы не представляете, как мне приятно все это комментировать, потому что немного ностальгии тут у меня, потому что надпись скоро будет брошена в золотой ящик еще такого желтого цвета, вокруг кристальный дроп, все весело. Ну, давайте перейдем к своему ролику. Чувакам повезло, они решили снять свой первый летсплей, и через 3 секунды после начала у них сирена. Давайте смотреть, что будет дальше. Только начали видео, гол. Капец, гол. Итак, этот Вульф, ты стоишь, знаешь где, понял? Я на мосту. Нет, ты вон там стоишь, внизу. Так. Нет, Смока, нет! Да. В общем, вот так вот мы начали свое первое видео. Ну! Вон падает! Вон падает! Где? Вон! Ты мог? Где гол? Вон падает! Все, я взял! Какой-то странный чувак там орёт, что он голд взял. Они вообще в одной битве? Ваня, уйди! Ваня, ты ну! Где гол? Вон справа, Аня! У тебя там! Бери! Блин! Я думаю, все уже поржали над этим моментом, но, ребят, вдумайтесь, этот чувак записывает ролик, то есть, вот он сел, включил бандикам, снял это, поорал, как девчонка, и он залил это на YouTube. Вот, я не понимаю таких людей, я уже в каком-то выпуске школы то говорил, что зачем, если ты снял какую-то дичь, я имею в виду то, что там как-то визжал, заплакал, тебе мамка там прошла на веб-камере, когда там снимал влог или еще что-то. Зачем это выкладывать? Тебя аж просто засмеют, ты и так это знаешь. Ну и вот тут чувак это выложил, и просто это стало достоянием Данков Онлайн во всех, как я сказал, группах. Это постилось, и просто везде это форсилось, и он просто стал звездой. Ну ладно, переходим к следующему видео, это я просто так решил вам показать, как было раньше. Ребят, у нас прям день сегодня видосов из ВКонтакта. Потому что этот видос мне тоже скинули, и он тоже ВКонтакте, он не на Ютубе. И я его решил не перезаливать, потому что это все-таки не достояние, как предыдущий ролик. Это просто очень странное видео. Я просто его сейчас включу, оно все идет 33 секунды, вы просто послушайте. Хуй. Гандон. Ох, це не мат. Сука.
Иди нахуй. Пидорас. Конч. А, ты записываешь. Сука, блядь, пидорасы, ебалы, блядь, коровы там нахуй, блядь, над полей, блядь, гандоны, блядь, школота, блядь, кончена, блядь. На... Дима, він записує, дебил! Дивно. Це не ролик, це дресня. Третье видео на сегодня называется «Два голда подряд эпик». Вот только посмотрите на аватарку этого канала. Ну, просто какой-то веселый чувак, я больше ничего не могу сказать. А, канал называется «Вова Борг». 3 подписчика, 4 просмотров, 0 лайков, 3 дизлайка. Опубликован 27 августа 2016 года, то есть совсем недавно. Давайте смотреть. Всем привет, ребята! С вами канал Вова Борг, и сегодня мы играем... Ну, точнее, сегодня я вам расскажу, какую пушку лучше вам одеть. Это, наверное, одно из самых качественных видео, снятых на камеру школьниками, потому что посмотрите, как ровно все выставлено. Камера не дергается, потому что она закреплена на столе. Точнее, просто стоит. Ну и достаточно неплохо, эти качества 360, но я думаю, сойдет. Ну, расскажу про пушки, да, ребята. Что ж, давайте начнем с какой пушки вам больше нравится. Если же вам нравится пушка, например, там, как, например, что же мне в этом моменте сказать? Ну, например, хорош, хорош, хорош. Например, нравится вам пушечка. Скоро будет сброшен золотой ящик, ребята. Лайк, 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 лайк. Ребята, лайк. Ребята, лайк. Поставьте лайк. Это же так нетрудно. Ребята, я нашел точку. Я нашел точку. Офигеть, офигеть. Так. Все, погнали, погнали, погнали. Господи, ребятки, ребятки, у меня уже, у меня уже пукан горит. О. Блин, почти я взял этот золотой ящик. Даже мне было обидно, когда этот чувак не взял голд, потому что он к нему подъехал, вытолкал двух человек, и, находясь под ним, он его не взял. Просто соседний чувак был более везучий. Ну, соболезную. Почти. Скоро будет еще сброшен золотой ящик, ребята. Вообще. Как же я люблю таких эмоциональных школьников, которые... Это же голд! Это же второй! Ой, ой, ребят, лайк ставьте! Ну, это действительно очень весело со стороны выглядит. Да, жесть, просто жесть. Где он? Где он? А, нашел, 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 нашел. Ну блин, ну ребятки, ну это же офигенно. И что тут офигенного? Ты подъехал к точке голда, когда он еще даже не появился. Даже я, такой голдолов, ну вы же меня знаете, вы смотрите мои золотые летсплеи, надеюсь, там я вообще ни одного голда не беру. И то я знаю, что заранее голду подъезжать нельзя, тебя сольют. Зачем ты это сделал? Может быть, ты бы хотя бы этот голд взял? О, уже падает! Блин, ребята, ребята, пожалуйста, пожалуйста, ребятки! Все, кто-то слабил уже, да? Нет? Да! Поздравляю, муль-муль-муль-муль-муль-муль-муль. Что это за муль-муль-муль-муль-муль-муль-муль? Пойди, я тебя люблю, голдик. Ты в курсе, что я тебя люблю, голдик? Ну блин, ну я правда его никогда не ловил, ну пожалуйста. Я прикину, если... Ох ты ж, как просто по красотенечке он по мне не попал. Это еще как-то странно. Да, офигеть. Офигеть. Офигеть, 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 офигеть. Помните, в каком-то выпуске школы то я рассказывал про всплески у школьников, когда они начинают петь, нести всякую херню. Вот вам наглядный пример. Ребят, мне надоело на самом деле все это комментировать. Давайте я просто вам сейчас нарежу несколько смешных моментов, когда он
такие фразочки выдает, вы просто поржете, и потом я уже закончу видео. Хороший ему прям в воздухе прописал. Хорош. Хорош вообще просто. Выжидал, и я ему вот такую вот плюшентую дал. Сейчас мы поднимемся. Эпичненько! Эпичненько! Ну, я хотя бы ему плюху прописал, так уже радует. 2 градусами левее! Правее! Дал бы я птичь его растудить, как меня все-таки красиво релем мочило. Точнее, нарочку нашу, нарочку любимую, нарочку! Просто жесть. Конец, ребята, вам показывать не буду, он скучный, он там в течение минуты выпрашивает лайки и подписку на канал за эти 2 голда. Если хотите посмотреть полную версию видоса, то посмотрите, потому что там еще много интересных моментов, как вы понимаете, я тут просто нарезал самые лучшие. Ну а так, ребят, спасибо за просмотр, с вами был Патриот России, обязательно посмотрите предыдущий выпуск Школа ТО, обязательно поставьте лайк за эти 2 голда, которые школьник не поймал. Всем удачи, всем пока.